Объединение телевизионных компаний представляет. Детка, да, иди ко мне. Какие у тебя губы? Я приехала в отель с одной целью – следить за этим парнем, Геной. Он был женихом моей дочери. Здесь они и познакомились. Я не хотела отдавать Наташеньку замуж за отельного клерка. Мы с мужем рассудили, что Гена, как и все парни в таких местах, наверняка бабник. И за неделю до приезда дочки в отель я отправилась туда, чтобы насобирать на женишка компромат. Алло. Да, Коль, все нормально. Нормально все. Нет, не зря приехала. Нет. Даже сейчас не могу говорить. Ладно, да, все. Пока. Давай быстрее. Тебя точно никто не видел? Нет. Засекут, вылечу с работы. Всякие. Excuse me, miss. Four staff, personal only. Sorry, я заблудилась. А, вы говорите на русском, вы русская? Я так и подумал, русские самые красивые. Спасибо. А в чем, собственно говоря, дело? Вы что-то ищете? Может, я могу помочь? Нет, спасибо, я сама. Спасибо. Вы знаете, наш босс очень строг. Если он узнает, что я не помог нашей гости, у меня будут большие проблемы. Мне сказали, здесь кафе. Наше кафе сейчас закрыто на перерыв, но здесь недалеко есть другое кафе с отличной кухней, с хорошим обслуживанием. Давайте я вас провожу, пока вы опять не заблудились. Спасибо. Кстати, я Илья. Марина, помню, я с трудом скрывала эмоции. Это же надо было этому Илье так не вовремя появиться. Я с таким трудом выследила Гену, ведь романы с постояльцами запрещены, и Гена был очень осторожен. Но я подумала, раз этот парень тоже работает в отеле, наверняка ведь общается с Геной, так что может и пригодится. Всем не хватает игроков. Не знаю, я никогда не играла в пляжный волейбол. Да ничего, я научу. Придете? Вы здесь одна? Одна. Ну отлично, вместе веселее. Давайте, приходите. Я подумаю. Я буду очень ждать. Топ, мне надо идти. До встречи. Ой, господи. Помню, все вышло еще лучше, чем я предполагала. Гена с Ильей оказались не просто коллегами, а друзьями.
Так что мои шансы поближе подобраться к женишку моей дочки росли. Давай, Марина, Марина! Что случилось? Подожди, подожди, все нормально, все нормально. Все нормально? Болит нога? Угу. Где? Здесь? Да. Здесь, может? Во! 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 Ага. Ну вот, еще немного потерпите. Перелом не похоже, но надо бы подстраховаться. Может, я доктора вызову? Да не нужно. Уже почти не болит. Я просто немного полежу. Ну, тогда номер ресепшена у вас, у тебя. Ничего, если она ты? Есть. Так что, да, тогда пойду. Спасибо. Может, завтра выйдем погуляем? Вечером. Я тебе здесь все покажу. Не знаю. Просто ты мне очень понравилась. Но если наше начальство узнает, что я оказываю тебе такое особое внимание, наверное, меня уволят. Я думала, вы всем здесь клиентам такое внимание оказываете. Но раз особое, я подумаю. Тогда я пошел. Жду ответа. Помню, я тогда подумала. Ну, докатилась. Меня клеил менеджер в отеле, который мне чуть ли не в сыновья годился. С одной стороны, было приятно. Он такой красавчик. А с другой, он мог оказаться обыкновенным альфонсом. И вообще, я приехала не любовь крутить, а компромат на Гену собирать. Поэтому ни на какую прогулку я идти не собиралась. Как насчет погулять сегодня вечером в городе? Кафешку сходим, может быть, Илюха подтянет. Супер, конечно, хорошая идея. Заметано. Я тебе звякну. Хорошо, давай. Пока. До встречи. Услышав это, я тогда поняла, вот она, реальная возможность Гену за хвост поймать. Поэтому решила найти Илью и сказать, что согласна пойти прогуляться с ним вечерком. Хорошо тебе? Солнце, море круглый год. А я всего этого уже не замечаю. Для меня это будни. Я еще маленький был, когда родители сюда переехали. А девушек тоже не замечаешь. Столько красоток вокруг. Марина, я не знаю, почему у людей есть такое чувство, что все работники отелей только и думают о том, как затащить очередную клиентку в постель. Это не так, все разные. Понимаешь, вот ты мне нравишься, серьезно. И сколько раз в сезон ты это говоришь? Марина, зачем ты так? Как я могу тебе доказать? Ну, не знаю, я должна узнать тебя получше. Познакомься со своими друзьями. Ну, пошли. Куда? Знакомиться с друзьями. Они как раз недалеко в кафе сидят. Лена и Гена. Мы с ними в волейбол играли. Ну, идем? Или уже передумала? Пошли. Привет! Не помешали? Ой, привет! Привет! С
если кто не помнит, Лена, Гена. Очень приятно. А ты-то кто? Я что-то не помню. Что будете, ребята? Мы вот лимонад пьем. Тут, кстати, очень хороший десерт. Да? Да. Да хватит вам уже, сладкая парочка. Ребят, а давайте на память. Ну, давайте, конечно. Еще раз. Опа. А ну, Марин, дай фотоаппарат. Ген, щелкни нас. Да, Ма. Покажи. Готово? Вау. А? Отлично. Не делай так больше. Иди сюда. Я тогда была очень довольна. Наконец-то у меня все получилось. Компромат вышел что надо. Я смотрела фотографии и предвкушала, как дочка устроит разнос своему женишку-крокодилу Гене. И никакой свадьбы не будет. Привет. Какие планы на вечер? Не знаю. Я все о тебе думаю, с ума схожу. Поцелуй наш, вспоминаю. Господи, перестань. Это ничего не значит. Для меня значит. Я еще могу. Слушай, я себя 15-летней девчонкой чувствую. Тогда ты вода. Ты что? Вернусь. Я до встречи с Ильей думала, что секс не главное. Важнее родственные души, общие интересы. Ну, как у нас с мужем. А в тот момент, помню, почувствовала себя такой счастливой. У меня ведь такого никогда не было. Какой же Илья был красавчик. За 4 дня где только мы не делали это. Я даже забыла, что замужем. Но это меня тогда не особо волновало. Я понимала, что о моем курортном романе никто никогда не узнает. Сюрприз. Подожди, а ты мне сказал, что ты в командировку поехала. Ты не рада меня видеть? Пошли, пошли в номер, я тебе кое-что покажу. Пошли. Ну что ты меня тащишь? Я вообще-то сюда не к тебе приехала. Сейчас мой любимый придет. Любимый, да? Угу. Ну хорошо. Хочешь здесь? Пожалуйста. О, что это? Полюбуйся на своего любимого. Герой, любовничка. Генка, на брюнет так перешел. А что ты так спокойно на это реагируешь? А что, я должна в истерику впасть? Какая мне разница, с кем встречается друг моего жениха? Привет. Эй, привет. Мам, Илюша, познакомься. Очень приятно.
Марина. Илья. Мам, он хороший. Ты с ним пообщаешься, все поймешь. Ты мне поможешь? Да, конечно. Трудно описать, что я тогда испытывала. Злость, стыд, страх. Получается, я просто перепутала. Увидела в интернете фото Наташи с Геной в этом отеле и приняла его за жениха. В итоге собирала компромат не на того, а сама спала с реальным женихом своей дочери. Я тогда молила Бога лишь об одном. Только бы правда никогда не открылась. Да нет из твоего начальства. Расслабься. Извини, у меня работы нет. Ну ладно, иди работай. Мам, мне кажется, он меня больше не любит. Наташа. Я тогда очень переживала за Наташу. Но понимала, если они расстанутся, это будет наилучший вариант и для моей дочки, и для меня. Что ты ей сказал? Правду. Какую правду? Что я запутался, что мы должны расстаться. И что она? Бежала в истерике. Марина, постой. Я живой человек, понимаешь, я тебя люблю. Я очень волновалась и решила разыскать дочь. По телефону она сказала, что поднимается на крышу. Как же я испугалась, увидев единственную дочку на самом краю. Дурочка ты моя! Ты что? Мне бы произошло. Подожди, мама, меня бросит. Не хочу больше жить. Ты что, обо мне-то подумала, о папе? Ну как мы без тебя будем? Ты таких, как он, у тебя миллион будет. Я его люблю, я его хочу. Мама. В тот же вечер я договорилась встретиться с Ильей подальше от отеля. Ну и что ты предлагаешь? Жить с нелюбимой? Марина, я тебя люблю. Ты меня слышишь вообще или нет? Я тоже тебя люблю. Но... Что но? Ты же понимаешь, что мы все равно не были вместе. Я замужем. Я же не прошу тебя жениться, Наташа. Я сама против. Только не надо с ней так резко. Она не выдержит. Повстречайся с ней. Будь помягче. А то она не выдержит. Это какой-то бред. Почему все так сложно? Пожалуйста. Хорошо. Тогда проведи со мной еще одну ночь. Невозможно. Почему? Еще одну ночь? Последнюю? Я согласилась на предложение Ильи. Если честно, я и сама этого хотела. Дочке я дала на ночь снотворное. Она ничего не заподозрила, ведь я давала его Наташеньке каждый вечер после той попытки суицида. Ее мучила бессонница. Мам, как же это подло, мам! Господи, ненавижу вас! Наташа! Наташенька! Это что же я ему делала? Что сейчас будет? Я искала Наташу всю ночь, но ее нигде не было. А на следующий день я узнала, что недалеко от отеля нашли неизвестную утопленницу. Я понимала тогда, никто, кроме меня, не виноват в том, что дочка с собой сотворила.
Марина? Что случилось? Марина? Она покончила с собой. Цыченька моя. Все. Как? Утопилась. Я убийца. Этого не может быть. Это я виноват. Но как я мог подумать, что может так все обернуться? Я думал, что она просто расскажет твоему мужу о нас. Ты о чем? Ну, понимаешь, я знал, что Наташа придет номер, когда мы вместе там будем. Но я подложил ей записку анонимную. Я подложил ей второй ключ для номера. Ну, написал, мол, хочешь знать правду, приди к маме в номер ночью. Пойми, Марина, я думаю, что она расскажет отцу, вы разведетесь, и мы сможем быть вместе. Как ты мог? Как? А что я должен был делать? Я же люблю тебя. Псих! Ты псих! Ненормальный! Я тебя ненавижу! Ненавижу! Я собралась ехать в морг на опознание. Помню, многие идти отказывались. Было одно желание – умереть, сдохнуть. Это же доченька, девочка моя, господи. Живая моя девочка, я весь день тебя искала. Ну вот, нашла. Я сняла номер в другом отеле. Просто пришла за вещами. Так что не беспокойся, можешь продолжать со своим Ильей развлекаться. Девочка моя, господи, прости меня, пожалуйста. Только давай без сцен, ладно? Мне уже надоело рыдать. Я понимаю, что ты чувствуешь. Давай я тебе все расскажу, как было. А ты сама решишь, прощать меня или нет. Илью мы обе бросили. Папе Наташа пообещала ничего не рассказывать. Мы договорились с дочкой. Никаких разводов, свадеб, никакого продолжения послекурортных романов. На пляже закрутили, на пляже оставили.